качестве приоритетных мероприятий мы планируем в порядке очередности или в общей массе списком. Это перерасчет локально-сметного расчета на строительство сети водоснабжения микрорайона Западный, 450 тысяч рублей строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Западный, наше софинансирование 698 тысяч, поскольку на эти вещи есть проект. Вот. Демонтаж новогодней иллюминации деревянных горок искусственных елей 280 тысяч рублей, монтаж уличного освещения, улица Гагарина в районе Дома 2, улица Троицкая, улица Проезд, первый более миллиона рублей, приобретение урн для выставления их на улицах города 120 штук на сумму 800 тысяч рублей, проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения государственной и экспертизы по объекту строительства наружных сетей канализации по улице Коммунальная. Предварительные расчеты составляют 405 303 тысячи рублей. Проектно-изыскательные работы по объекту сноса многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Арбузова 86, и восстановительные работы приблизительно 5 441 929 рублей. Разработка проектной документации зон санитарного охраны насосной фильтровальной станции как поверхностного источника водоснабжения. Это по решению суда 2 318 320 рублей. Разработка проектно-сметной документации на снос новоквартирного дома по улице Борисенко 25 на сумму 259 187 рублей. Прокладка водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок по улице Зои Космодемьянской 1 321 340 рублей. Ульяны Громовой 1 429 977 рублей. Улица Вокзальная 28 254 442 рубля. Улица Полевая 284 314 рублей. Улица Чапаева 511 930 рублей. И перекресток улицы Параграфистов и Кутузова 261 314 рублей. Необходим ремонт сети освещения на территории общественных пространств Радуга Детства, аллея Шахтерской Славы 1 300 000 рублей. Получение технических условий на подключение сети уличного освещения по улице Грунтовая, улице Декабристов 100 000 рублей. Ликвидация несанкционированных слабищ на территории городских кладбищ 2 000 000 рублей. Установка видеонаблюдения в сквере поселок Южный 600 000 рублей. Ремонт деревянного настила трех мостов через реку Ладым, мост в районе Сельмаш 1 900 000 рублей. Обустройство площадок для выгула собак 2 000 000 рублей. Ликвидация несанкционированной свалки по улице Заводская, Партизанская, Заречная. Услуги по проведению инвентаризации мест захоронения кладбищ на территории города Назарова. Более 5 миллионов рублей.